Нет, ну это наша кухня. Если бы я была на кухне, то от меня бы ничего не осталось. Там потому что потолок упал. Просто потолок упал. Шум был, а потом сразу взорвалось. Тут же, понимаете, тут же взрывов этих полно. И до этого утром было. И мы же не думали. Ну вот это наша вина, конечно. Надо было уезжать. Я мужу говорила. Он родителей не нужен просто. Давай, нет, два!